Привет всем, ребят. Уже вечер, субботы. Здесь темнеет рано, часов 6. Я решил после Бостона поехать в маленький городок на побережье. Называется Манчестер ту зе Си. Мне про него рассказывали. Здесь реально, ну, типичная американская атмосфера. Это сложно описать. Он стоит в бухте на море. Я вот сейчас попытаюсь показать. Вот. На самом-то деле городок реально очень маленький. И домики типично, ну вот типично, грубо говоря, американские, маленькие, там как это, заезды, улочки, все домики там деревянные и так далее и тому подобное. Вот. Из того, что интересного здесь, как бы, хочу пройтись по пирсу, по бухте посмотреть, грубо говоря. Потом, возможно, вернусь туда, вот на улицу, по которой я ехал. Там были тоже очень красивые как раз вот домики. Просто пройтись по улице, может быть, сниму вам. Вот. Ну и, возможно, если получится, посмотрю на закат. Говорят, что закаты здесь в бухте очень-очень красивые. Вот. Но в целом вид вот такой, я думаю, вам нравится. Мне здесь тоже, на самом деле, здесь прикольно. Есть на что посмотреть. И дорога сюда тоже очень красивая.